начинаю себя ловить на странных мыслях. Через... Это... Можно просто тупо обвинять? Если уже рассказывать интервью, когда я тебя мучаю, не можешь что-то замечать. Так, всем привет! Сегодня я вам расскажу достаточно интересную историю. Попробуйте представить себе. Поздний вечер, Санкт-Петербург, идет дождь. Приходит вполне обычный заказ, но это только на первый взгляд. Трое молодых людей в довольно интересной одежде садятся ко мне в автомобиль. Они мне напомнили людей субкультур 2007-2009 годов. Что-то типа готов или панков. Давайте представим. Кладбище. Народ пьет портвейн и играет на гитаре. А кто-то за деревом доедает собаку или голубя. Вася, да оставь ты кошку в покое! Я надеюсь, мне удалось вас заинтересовать, и мы начинаем. Я не буду. Зачем мне ставить точку? Я буду очень долго потом вас искать. Надо выехать из арки и ехать прямо. Девушке впадло поставить точку. И она удивляется: блин, ребята, а почему вы заезжаете во двор? Вам самим не впадло тратить свое время, кому-то потом что-то предъявлять? Ображаю. Что сейчас будет? Только бы не скандал. Дело не в программе, в кривое, а о том, что, к примеру, здесь есть парадный. Сейчас давно уже в приложениях такси можно заказать не к дому, а к подъезду. То есть просто в конце адреса указав номер подъезда. И как бы вот и не будете стоять и переживать, и искать в такую... Если я закажу сейчас вам парадный, едете все равно с обратной. Нет, я нет. Опаздываем? Опаздываем. К скольки вам? К 7. Опаздываете. Даже больше скажу, опоздаете. А что сегодня? Прямо. Что? Километр 500 метров. Выступаем. Вы выступаете? Это что, это юмор сейчас, сарказм, ирония? Или что? Нет, это серьезно. Серьезно? Ну вы же артисты, пусть ждут. Пусть ждут. Как бы. Или шутка затянулась, я не понял. Не, может, я просто знаю. Не, интересно, я с удовольствием послушаю. Что я думаю, стиль музыки примерно тот, который. Если это не совсем музыка. Мы не поем. Не танцуем. Не танцуем. А вот с этого момента попадрово мне. Чего, блять? Режете? Да. Удачно режете? Режем, понял. Блин, вот интересно стало. Не, ну расскажите, что да как. Я попытался в этом разобраться. Что конкретно режем? Что, или кого, скорее всего? Человеков. Человеков режьте по их собственному желанию. Да. Съезд, поверните. Мне сразу что-то БДСМ вспомнилось, не знаю почему. Так удачно разобрался в тему прям. В тему? Десятку. Мне кажется, люди старой закалки явно не оценили бы такие увлечения. Ганс, Грубер,
Срамота. Дед, ну ты видел? Проститутки! Наркоманы! Фу, бля! Красавчик. 21 век, чуваки, все ровно. Это добрые люди, добрейшие души люди. Вот так всегда. Которые очень любят людей. Ты за себя говори, хорошо. Ну, каждый свою какую-то, так скажем, лишнюю энергию или эмоции выплескивает по-своему. Все-таки люди начинают искать какое-то вот такое разнообразие, так скажем, когда им скучно. Людям надоедает одно и то же. Кто-то пил, да, из вас, походу, нет? Юра? Естественно, я бухаю, а что мне еще делать? Нет. Значит, я. Тут вариант только один. Через три. Про машинистов говорят, машинист никогда не пьет перед сменой. Он пьет во время смены и после, да? Смены. Вот так это интересно, все рассказываете про кнуты, про этот. Я начинаю себя ловить на странных мыслях. И они меня напрягают. Да, так скажем, немного необычно для себя. Котик, просыпайся. Сладкий, открой глаза. Ну что, петушок, попался? Ну что, сладкий? Сейчас будем тебя жарить. Ты как курочка на гриле. Ты этого никогда не забудешь, петушок. Вчера уже чтобы не работало. Юр, ну ты же понимаешь, чтобы тебе сегодня купи полетаю хорошо. Да ради бога. А вы это убиваете одних и тех же, да, обычно? Ну, мы воскресаем. У каждого есть свои постоянные нижние и верхние хозяины, хозяйки. Неужели вы так жестоко их убиваете? Да, было дело. У меня спина было такое чувство, как будто по мне, не знаю, черти драли. Честно сказать, не хочется комментировать эту ситуацию. Видите, просто каждому хорошеет от разного получается. Это же... Если хорошенько разочек от... Что-нибудь поделать, да. Можно просто тупо отомать. Отстрапонить? Внести флюгегахаймен! Нет, я не говорю флюгегахаймен! Я не сказал флюгегахаймен! Да, продвинутый. Да. Вполне невероятно, у нас общие знакомые. Нет. Ну точно, какие-нибудь общие знакомые есть. Нет. Ну, как-то не по себе немного. Сначала мне тоже было не по себе, когда меня пригласили, а потом ничего, втянулся. Даже нравится. Сегодня только над тобой издеваются, что ли? Есть еще остальные товарищи? У них? Но. Сзади есть. Сзади там? Да. Осталось. Так, здесь, да, где-то? Да, вот здесь. У меня безналичный. Я рад за вас. Так что? Пойдемте. Блин! Забавные чуваки. Для меня эта история, конечно, странная, но... Для меня все равно это останется чем-то непонятным. Ну, каждый как он хочет, поэтому порадуемся за людей, которые с лихвой отдаются своим предпочтениям. А мы поехали работать дальше.